Привет всем любителям баскетбола! Добро пожаловать в Самару! Марафон Единой Лиги ВТБ продолжается, и этот марафон закончится матчем Самара-МБА-МАИ за подобных баскетболистов. Адамс оставляет мяч Насиру Бруксу, тот очень легко разбирается с Андреем Зубковым. Набирали более 11 очков в среднем за игру. Опять же, сейчас нет Михаила Кулагина, который здорово атакует с дистанции центровых, которые играют на высоком уровне. Зубков в проходе промахивается, сам же забирает подбор. Ну вот и ошибка Попова. Продолжается движение мяча. Воронов, Коновалов. Никто атаковать не хочет, а пора бы. Макар берет инициативу на себя и набирает важные три. Команд разница между временем на атаку и временем до конца четверти примерно 7-8 секунд. Барашков из угла забивает Максим Барашков. Не минуты, солидный отрезок, но обе команды уже в бонусе. Поэтому я не думаю, что как-то они будут опускать руки в защите. Более того, набрали игроки скамейки, хотя сейчас большинство из них находится на паркете. Личутин, Минченко и Певнев. Данил Певнев как раз сделал передачу на Минченко. И Евгений набирает свои первые очки с игры. Остается, является так называемым поинт-форвардом, хотя передачи для своей позиции дает очень неплохо. И вот снова Харл красиво облетает оборону МБА-МАИ и набирает уже 17. Гудумак еще и капитан своей команды. Зубков был, напомню, капитаном «Зенита». Гудумак! Вот он, важнейший трехочковый в концовке. Попадание Гударева, Барашков. Точно издали Минченко на Барашкова. Максим, нет, это была его попытка, это был целенаправленный пас на Евгения Минченко. Довольно красивый алиуп. Ну и вот теперь есть такая игра и у Самары. Самары, которая обыгрывает МБА-МАИ со счетом 101-88.